Певица Тина Кароль восхитила образом в роскошном платье со смелым декольте на долгожданном концерте. Как известно, последние несколько месяцев Тина активно занималась подготовкой к выступлениям, которые отложила из-за карантина. При этом звезда также начала записывать новый альбом и даже приступила к съемкам в известном сериале. В этот раз ей удалось поразить счастливым видом за кулисами перед концертом, пишет Politeka.net. На фан-странице Тины в Инстаграм появились видео с ее выступления, поэтому фанаты не смогли остаться равнодушными и массово принялись восхищаться предоставленным образом певицы. Ее блестящее платье с глубоким декольте, декорированным кружевами, также не оставило равнодушными фанатов. «Наша самая любимая. Как же мы скучали, спасибо за видео», сообщается на странице фан Тины. Поклонники отреагировали сразу, в частности, они отметили, что заметили в видео Дана Балана, с которым ей приписывают роман, хотя информация и не подтвердилась. «Котяшечка, красотка, неимоверно пупсик, соскучились и хотим концертов. Как же скучаем. Как же я скучаю по этому лучику счастья. По этим встречам с фан Тиной, подготовкам к концертам, жду встречи и концерты. А там не Дан в конце часом ли? Самое лучшее и самое красивое. О, Дан! Горящие глаза Тины – это космос. Как я хочу на концерт». Ранее на фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала «Великий Вуйка» про жизнь и приключения Гуцулов продолжается, и Тина активно принимает в них участие. При этом ранее сама Тина рассказала, что солнце, друзья, коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением. «Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке «Великих Вуек» я чувствую себя будто в семейном кругу», поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.